Скажите, а у вас есть мнение какое-нибудь, что сделать, чтобы в следующем году, опять же, это не убирать? Что делать? Увеличить количество штрафов, мне кажется. Вот я уже скользил. Для того, чтобы население, как в Европе, понимало, что любые работы, любая грязь, за свои действия нужно будет оплачивать штрафные санкции. Ну, тут, конечно, мы можем уйти в глобальное, это уйти в законодательство. Но в первую очередь мы сейчас показываем, надеемся на сознательность наших граждан. Все-таки все то, что мы увидим, это эстетика, которую видят наши дети. Мы не должны допускать такого, так как в чистой среде все-таки поколение растет совершенно по-другому, отношение к своему городу совершенно другое. Человек, живущий в грязи, не может говорить о культуре своего народа. Поэтому мы своими действиями должны показать, что мы должны быть более культурны и сохранять то, что у нас есть. Принцип любого поколения – это, наверное, не создание что-то нового. В первую очередь, это сохранение уже созданного. Если фундамент не сохраняется, построить на сломанном фундаменте что-то новое невозможно. Нужно сохранить сделанный фундамент, и тогда мы сможем построить качественную жизнь, имея в виду нашу сферу и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство.